Всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Boy Games. Мы продолжаем проходить второй шайнинг с вами. И сейчас нам надо выйти из башни, потому что началось землетрясение. Принцессу, получается, мы сейчас спасти не смогли. И нам надо по-быстренькому отсюда вываливать, потому что башня сейчас может разрушиться. И по-быстренькому отсюда сваливать, потому что смотрю, землетрясение очень сильное. Пока выберешься отсюда, долгий такой выход. По-быстренькому свалить. И все, и дальше по сюжету, как говорится, идти. Ой, музычка какая прям интересненькая заиграла. По-моему, боссы на такой музыке атакуют. Да, давайте, давайте, быстрее, 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 быстрее. Странное землетрясение. Боуи, быстро выбираемся из замка. Да-да, надо валить уже. Отлично, все в безопасности. Да пока нет еще. Надо идти. Ваше Величество, Старостраль, с вами все в порядке? Что такое? Почему вы не на корабле? Зачем вы здесь? Мы ждали вас, чтобы помочь вам выбраться... помочь вам добраться до корабля. Но на нем... на нем уже собрались все жители города, там они в безопасности. Спасибо вам, Боуи, скорее на набережную. Нет, помогите, на помощь. Их сожрало землетрясением. Ладно, надо валить. Как ужасно, Боуи, попробуй пройти на набережную по правой стороне, так безопасней. И вот здесь вот, кстати, лежит еще один мифрил. Он обязательно пригодится, потому что по-другому его уже не взять, если забыть про него. Здесь вот так проходим и на набережную выходим. Тут кораблик стоит, который мы обыскивали в первой серии. Так. Сэр, сэр Астраль, рад видеть вас невредимым. Мы можем отплывать. Боуи, ты готов покинуть порт? Да, готов. Отлично, вперед. Поднять якоря. Все, надо отсюда уже вываливать. Сэр Астраль, куда мы поплывем? Это землетрясение может разрушить весь остров. Возможно, на восток. Ах, да, на материк. В Пармецию? Что, на материк? Нет. А как же Элис? Нет, мы останемся здесь. Здесь слишком опасно. Поднять паруса немедленно. И все, мы потихонечку отваливаем отсюда. Сейчас тут дырища будет большая, как я помню. Ух, да! Еле-еле успели свалить отсюда. Да, нормально разрушилось. Вот и теперь мы уже плывем в море. Мы едва не провалились в эту расщелину. Еще немножко и... Сэр Астраль, куда мы отправляемся? Думаю, мы должны ехать на материк. Вы согласны? Блин, не ехать, а плыть вообще-то. Ну ладно. У нас нет выбора. Тогда вперед, в Пармецию. Корабль на всех парусах устремился на восток к Пармеции. Мне плохо. У меня живот. Ах. Сари пор. Эй, Сара. Прости, Киви, что-то я совсем расклеилась. Да ладно тебе. Извини, ох. Земля на горизонте. Что? Ух. Ух ты, и правда, Сэр Астраль, уже видно материк. Наконец-то мы приехали, король Гранцель, Пармеция уже близко. Да, это хорошо. Министр, мы приближаемся к материку. Правьте к берегу, капитан. Куда? Куда угодно, сюда. Нет, лучше сюда. Но корабль будет разрушен. Это не важно, мы используем доски для строительства временного жилища. Вы серьезно? Что ж, мое дело предупредить. Вот мы, получается, приплыли на остров Пармеции, да? Сейчас корабль врежется. Ух ты! Мы потерпели кораблекрушение. Ох, Ай, вот это я называю интересной поездкой. Да, нормально. Жители Гранцеля нашли свой новый дом. Ага, на земле тут нормально. Да,
Слушайте все. Давайте построим здесь новый Грансель. Корабль прослужит хорошим источником древесины. Разломайте корабль и перенесите доски на берег. Мы построим из остатков корабля наш новый город. Теперь нам нет дороги назад. Эй, слышишь меня? Потише, мы знаем об этом. Помоги-ка мне с этой доской. Сейчас иду. Ух, застряла. Ну-ка, взялись, эх, ухнем, давай. Ух ты, вот это рыба. Ага, яха. Нормально. Это не рыба. Яха давно собирался искупаться. Бобы, помоги нам с этой доской. Окей, сейчас поможем. Поднять, да, поднять доску. Давай, бери, помогай вытаскивать. Эй, кто-нибудь, помогите пареньку. Погоди. Спасибо за помощь. Бовый отдал доску. Нам понадобится много таких досок, чтобы построить город. Дофига, я бы сказал. Без корабля мы никогда не сможем вернуться в Грансель. Да и с кораблем тоже. Грансель на островах больше нет. Кто-нибудь на помощь? Что случилось? Мой друг не вернулся с северной скалы. Он мог попасть в беду. Мне это не нравится. Боуи, ты слышал? Сходишь к северной скале, проверишь, что случилось с другом этого парня. Окей, сходим. О, ты такой смелый. Эйвин пойдет с тобой. Пошли, пошли. Спасибо, Боуи. Я отведу вас к северной скале. Следуйте за мной. Боуи, подожди, постой. Эй, куда это ты? О, вся толпа выбежала. Ну, ты что, уходишь? Опасно идти туда одному. И? Будет безопаснее, если мы пойдем все вместе. Да, конечно, а то, блин, в одиночку-то не справиться. Вот он там, видите? Да, вон чувак лежит. Он без сознания. Почему? Что случилось? Опаньки, а вот и... Ха-ха-ха, еще гости к обеду. Эй, что вы с ними сделали? Это наша земля, и мы защищаем ее. Вы хотите спасти его? Ха! Все в атаку. Вот и очередной бой у нас. Тут получается новый континент, и все новые монстры. Так, гоблин, ведьма и слизь. Только зелененькая теперь, а не синяя. А, еще и лучник тут. Гоблин-охотник. Блин, вот эти лучники, они жирные, да, у них по 24 хп. Да, ну ладно. Сейчас главное не подставляться сильно. По-моему, эти маги, они бьют льдом. Фризом, как я помню. Если мне память не изменяет, по-моему, так. Ну ничего, сейчас попробуем их высечь. По-быстренькому здесь. Двойной у них, по-моему, нет, так что можно спокойно. Блин, у Суэйда восьмерка, надо ему уровень поднимать. Блин, да они у меня все восьмые. Но зато опыта, в принципе, будет хорошо давать. Блин, киви, наверное, все-таки буду качать его, пригодится он мне. Давай, давай. Сколько ты снимешь? 7, неплохо. Неплохо ты дамажишь. Так, ладно, лечить пока не буду. Блин, Казин хорошо прокачался с 9 уровня. Но им уровни жалеть я не буду, потому что магов надо держать повыше. Обязательно. Ой, ну маги, короче, как всегда, бьют с руки. Сколько? 5, нормально. Сейчас подлечим, и будет хорошо. По 2 раза они, я думаю, не должны сходить. То это будет совсем уже печально. Так, надо мага в первую очередь выстегивать. Чтобы он тут не мешал. Давай. Ой, Честер, хорош. Двойную кинул. Атаку нормально. Молодца. Начало мне нравится. Блин, я сейчас накаркаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Так, уходи отсюда. Блин, что ж в начальной серии у меня всегда главного убьют, а? Это уж прям какой-то парадокс. Блин, Сара походит сегодня, нет? Надо кем-нибудь вылечить. Там травой воспользоваться. Эй, ну что ж вы? Ох ты, какая комбо тут получилась.
Блин, и Честера подбили тут. Что-то они прям накинулись на меня сильно. Блин, а? Даже не знаю, кого бить, а? Ладно, надо у кого меньше хп, потому что они меня сейчас зажать могут. Блин, а ну чё ж такие сильные-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж вы запарили по два раза бить, ребята? Так, главное Бовы вылечить первым делом. Блин, и Казина подбили, и Честера подбили. Ну, что совсем они здесь оборзели. Вот не зря Киви взял. Блин, ну тут маг, если она стукнет по нему. Да, начало не очень. Хорошо, молодец, Киви. Хотя бы минус один враг. Так, у тебя есть. Да, давай лучше вот так. Пока рисковать я не хочу. Блин, Честера сейчас убьют, а? Ну все, он сейчас умирает. Блин, а? Нет. Тут у меня... Да, у меня семечко есть, я воспользуюсь. Надо будет закупить в магазине их. Да. Прижали, а они меня здесь конкретно почему-то прижали. Ай, самого слабого бьет, а? Ну это ладно, муж. Только не два раза, пожалуйста. Все, хорош. Хорош. Не надо. Так, надо бить у кого меньше хп. Давай уже. До свидания. Блин, хорошо, хоть магия не стукнула. А то тут Киви стоит. Для него критично. Так. Кто у нас тут был? Честер, да? Нет. А, вот, Боуи, да. Надо его вылечить. Потому что, не дай бог, два раза стукнет, и все, и до свидания. Блин, уровней не хватает катастрофически мне. Так, ну тут, наверное, лучника я буду бить, потому что он может через клетку бить, а мне это не нужно. Блин, да и оружие первое еще, самое у всех слабое, надо новое уже. После этой битвы, по-моему, должно быть оружие новое. Да, что-то по ушнику Свейд мало прописал. Вообще копейки какие-то. Давай, Киви. Да, что-то они очень быстро прям прибавили в мощи-то. Да, тяжело будет. Я думаю, будет пока тяжело, не прокачаны мои бойцы. Слабенькие пока. Давай, Честер, бей его. Еще разок, давай. Ну, хоть уровень поднял. ХПшечку на 2 уже хорошо. Да, они меня чуть-чуть не убили. Хотя, не знаю, может, сейчас они сходят 2 раза. Вот, да, Сару сейчас убьют. Блин, сейчас лучник будет ходить. А, еще и этот пришел. Сколько? 6, много. Много. Я лучше, наверное, сделаю вот так, не буду рисковать. Сносят они, правда, что-то катастрофически много. Мне это совсем не нравится. Так, 6. 4. Давай, Свей, давай. Хорош, ровно 4. Атака 1, блин, он по единичке. Пока он слабый совсем еще. Давай, Сара, сама уж сходи, блин, а... А, ну это сколько угодно. Фух. Вот для чего Киви тут хорош. Они ему по единице будут снимать пока что. Так. Честер, по-моему, да? Да. Блин, Саре бы еще 2 уровня, чтобы заклинание получить. На 10-м ей дают, по-моему. Так, давай, лучник уже, все, сдыхай, хорош, ярко. Давай, уровень еще, молодчик.
По единичке тоже, но ничего, ему можно, у него и так броня хорошая. Блин, гоблин целый, ну ладно. Да, у Киви атака, конечно, но вот и атаки 2 и защиты 2. Только я хотел сказать, что нету атаки у него, ему ее дали. Хорошо. Правда, хпшки нифига не дали. Ну ладно. Чё ж поделать-то? Так, пока бью всеми, тут размениваться не буду. Пока бью всеми, но уровни надо поднимать. Так, ты сюда лучше пока иди, давай. Вот, Слейд, давай, тебя тоже надо качать. 49, хорошо. Пока дают за них хорошо, и должны давать, по-моему, еще пару уровней хорошо за них. Но это не точно, как говорится. Давай, давай, иди сюда. Не жалко тебе. В расход сейчас. Так. Вверх я не пойду, я так обойду. А то разделять я не буду, а то слишком они сильно бьют по мне. Сейчас я в каком-нибудь выставлю вперед, пускай танкует. Ему, как говорится, можно танковать. Он могёт. Главный пока еще нет, а вот Яха, да. Блин, вот почему вот сюда я встать не могу? Вот никогда не понимал это в шанинге. Вот ничего здесь такого, а? Блин. Или вот, да, Киви вообще замечательный. Опыт сейчас халявный получу. Подлечусь немножко. Да надо ману немного поэкономить. На два раза осталось. Осталось на два раза. Блин, Сара отстает по уровням. Ей надо прокачиваться. Давайте, подходите уже, блин. Давай, давай, я знаю. А, нет, не добежал, смотрите. Ладно, рискну. Десятый, если возьмет, нормально будет. Хорош. Атака один... Блин, защита один, две жизни дали, ну нормально. Нормально, нормально, сойдет. Хоть немного стал позащищеннее и жизни побольше. Слейд, молочек. Молочек, Слейд, десятый уже. Ага, ну это ладно. Хорошо, главного не стал бить. Семь. Так, лучник где-то с ними тоже столько же, скорее всего. Лишь бы два раза не стрельнул. Так, я... Блин, лучше в Саре добил, ну ладно. Ладно. Чё ж поделаешь-то? Забыл. Как ты у нас танкуешь? О, семерочка уже, хорошо. Да, восьмого она. Да, вот так сделаю ману по берегу. Мне опыт нужен. Опыт ей очень нужен. Да что ж такое, на сколько там тебе до уровня-то осталось? Ой, совсем чуть-чуть. Хорошо. Так, Слейд 10-го. Главный 10-го. Вам, наверное, хватит уже. Честер, ну давай ударю хотя бы тобой, ладно. Так, тебе не надо. Вот гад, а? Ну сколько ты снимешь? Давай пятерку. 6. Все-таки еще не до конца сильно держит удар. Надо еще уровень поднимать. Ну-ка, сколько ты снимешь? Ой, молодец, пятерочку. Давай я тобой добью тогда. Тобой я и добью. Главное, чтобы он два раза по главному не стукнул. Хотя он не убьет его. А вот мага, в принципе, может. Но я думаю... Он не будет по нему дамажить. Он по главному должен бить. Я даже вот так встану. Давай, давай, Слейд, поднимайся уже. Да, некоторым уровня не хватает еще. Ну да, я так и думал. Хотя нет, два раза он не убьет. Если только кританет. Да не должен, нет. Так, сейчас Сари убью его, потом главного ей же подлечу и нормально. Нормально. Молодец. Вот он девятый, да? Блин, все по единичке. Но следующим уровнем дадут магию. Это хорошо. Надо еще, наверное, одного убить и полечить немного.
Сейчас как раз они подойдут, я их здесь подожду. Так, чуть-чуть подтяну своих ребят. И все. Так, Казина сюда. Всех сюда, сейчас наверх подтянем. Лучников тут все равно нет, вплотную бить не... Ой, через клетку бить некому, только вплотную, так что бояться нечего. Блин, Сара, что ж ты так долго идешь-то? Ну, давай, Яха, бей их, надо дамажить. 8, да? Думал, снимет побольше, если честно. Давай, Киви. Сколько? 7, молочек, молочек. Так, тебе пока не буду я. Уровень тебе подавно. Тебе подавно. Так, сейчас гоблин ходит, да. Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо. Тихо, я лучше сделаю так, от греха подальше, ну тебя нафиг. Ой, я хорош. Все, десятки почти у всех. Трешечку, все, он снимает, блин, а? Фух, успела походить, молочится. Давай, восстанавливай. Блин, не все даже. 15 и 13 опыта. Так, сейчас... Сейчас, наверное, сделаю вот так. Да. Сколько? 6. Нормально, нормально, нормально. И сейчас Сарой буду добивать их. Блин, Казина поставил плохо. Сейчас она сходит, я добью гоблина первым делом. Я даже пока вот так. Блин, хотя я сейчас закрою его, она не сможет подойти, не буду я. Вот падла, а? Выцепил все-таки, а? Ну все, чувак, ты умираешь. По крайней мере, должен. Да, молодца, четверочку. Вот и десятый. Все по единичке, но... Взрыв, да, это бласт, по-моему, переводится. Так, все магия, конечно, но иногда помогает. Так, добиваем тебя. Интересно, Киви дадут уровень сейчас? Эх, надо им добить будет. Им и Казинам, потому что им уровни нужны. Честера я, наверное, все-таки качать не буду. Он мне, как я и говорил, не особо нравится. Ну ладно. Тут осталось. Блин, начало было тяжелое, а сейчас нормально. В принципе, хорошо. Выдержали, уровни немножко подняли, но не всем. Надо еще пару десятых уровней. А то они слабенькие пока что. Давай, давай, Киви, выходи вперед. Блин, главное под мага им не встать, вот что опасно. Сейчас мага выманю на себя другими. Блин, пока дойдешь до них, а? Блин, ну я хп нет, ну ладно, уже маны-то нет, так. Блин, вот сейчас рискнуть. Вот так вот сделаю. Да, ну блин, она... Да нет, с руки она не убьет. Хорошо. Эх, хилок-то нету, чтоб Казина подлечить именно у Сары. А я вот так сейчас сделаю, чтобы опыт не потерять. Честера, да бей, бей, у него хп много. Это ладно. Блин, Казина сейчас реально не потерять. Давай, надо бить ее. Ай, не дали уровень. Там, наверное, совсем капля осталась. Так, ману не жалеем, а то я что-то вообще не тратил ее. Ой, молочек, 12. Кританул. Так, тут я тебя вот так встречу, друг. Эх, Честеру не дают уровень. Так, главное, два раза не стукни. Молодец. Блин, сейчас лучник может убить его. Я вот так вот сделаю. Ах ты гнида! Блин, а, он обошел так.
Ну что ж, теперь ладно, ничего не поделаешь. Так, я тогда подлечу. Блин, вот он обошел, я не думал, что он обойдет, а? Вроде старался всеми закрыть, он все-таки добрался до него. Вот почему лучник опасен. Он через клетку достанет так и так. Так, ты умираешь. Все. Давай десяточку. Молодца. Ой, защита на 2. Вообще непробиваемый, он и так непробиваемый. Жизни бы ему, конечно, побольше, но ладно. Да, печально, печально. Итак, получается, нам осталось завалить последнего моба, и уже можно двигаться дальше. Так. Ну, давай, давай, ничего ты мне не сделаешь, давай. Все. Так. Кем я хотел тебя добить? Все десятые уже, да? Блин. Честером, что ли, его? Ладно, добью, наверное, Честером. Или Киви подкачать. Ой, не знаю, не знаю. Честером, наверное, добью. Пускай они пока держатся одним уровнем. Ничего страшного в этом нет. Давай уже отъезжай. И все. Жизнь на 2 и все. Блин, все остальное по единице. Ну ладно. Фух, ничего сложного. Так, ты в порядке? Ох. Ох, камень на меня сверху. Как камень? Какой камень? Вон, вон тот. Фух. Боуэ, ты что тут делаешь? Вот, дурачок, мы пришли помочь тебе. Если бы не ты, ты был бы уже мертв. О чем это вы? Ах да, помню. Огромный камень упал на меня сразу после твоего ухода. Спасибо, что помогли мне. Смотрите, туннель заблокировал наблавом. Да, сюда нам пока не пройти. Пока не пройти. А потом будет можно. Ах, жалко как, там могли быть сокровища. Похоже, мы никогда этого не узнаем. Боуи, нам пора возвращаться. Да, возвращаемся в город, получается. Сейчас корабль пропадет и получится, что город построили. Боуи, смотри, они уже разобрали весь корабль. Вот он, наш новый дом. Не такой красивый, как старый Грансель, но выбирать не приходится. Они усердно трудились на постройке нового города. Прошел один год. И вот он построился. Нормальный городочек такой. Как вы видите, наш город постепенно восстанавливается. В наших силах обеспечить свою безопасность, защищаться от возможных неожиданностей. Вы еще слишком молоды, чтобы охранять наш новый дом, но я верю в вас. Вы солдаты Гранселя. Сделайте все возможное, чтобы наше королевство снова стало богатым и процветающим. Король Грансель? Король Грансель. Наши подданные славно потрудились в этом году. Пожалуйста, поблагодарите их за проявленное усердие. Ах, мне нечего сказать. Как? Нечего? Ну ладно. Сэр Астраль, не могли бы вы произнести речь вместо его величества? Хорошо, министр. Ровно год прошел с той поры, как мы высадились здесь. Замок, город, все было восстановлено благодаря вашему усердному труду. Но нам все еще чего-то не хватает. Чего именно? Торговых связей. Нам нужно наладить контакты с нашими соседями. В самом деле, спасибо, сэр. На сегодня это все, теперь вы можете идти. Так, как я помню, что-то вот тут вот у нас, по-моему, лежит. Да, хлеб радости, это, по-моему, ХП прибавляет. И вот здесь вот сверху, типа штаба у нас.
О, блин, музычка прикольная тут. И вот тут у нас лежит честь рыцаря. Это для Яхи, чтобы перевести его. Ну-ка, что скажешь? Запомни, ты наш предводитель, если ты будешь побежден, мы проиграем. Но это понятно. Ура! Когда пойдем снова драться? Ты не скоро пойдешь. Ать, два, левый, правый. Мне так это нравится. Мне очень помогают уроки Сэлло Гарло. Он был очень сильным магом. Говорить мне трудно, сражаться мне трудно. Я устал. Эх ты, ленивая задница, Киви. Обожаю ночи, когда по земле стелятся тени, а в небе тучи медленно застилают луну. Ну да, ты же вор, в принципе. Блин, музыка здесь реально классная. Прям нравится. Так, ну что ж, выходим из города. Сейчас тут, по-моему, надо будет дома облазить, обшарить. Странное животное, правда? Ага, очень большая птица. Люди окружили птицу, может быть, стоит поговорить с ней? Это может оказаться неплохой возможностью найти здесь союзников. Я пойду смотреть на птицу, а ты должен... А, ты доложи о ней королю. Окей. Вообще, стражник должен докладывать идти. Ну ладно, смотри, смотри. О, Боуи, вовремя зашел. Приветствую. В городе появилась странная птица. Я так волнуюсь. Ничего странного тут пока не появилось. Так, где-то тут лежали вещи. Ай, уйди. Вот тут. Эй, крыло ангела. Практически бесполезная вещь, ну ладно. Так, 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 так. По-моему, еще тут что-то есть. Антияд, окей. Окей. Так. Пойдем дальше поглядим. Так. Тут нет ничего. Так. Вот тут, по-моему, тоже. Да, целебные семена, окей, пригодится. Хилочки обязательно пригодятся. Так, и вот тут сундучочек, ага. Целебное зелье, замечательно. Что, пойдем слушать диалог? Сейчас будет диалог с птицей. О, какая большая, я хочу потрогать ее. Ай, ай-ай-ай. Ха-ха, промазал, дай-ка я попробую. Ого, какая быстрая. Эй, сюда, скорее. Сюда. Так, моя очередь. Не успел. Хватит, остановитесь. Потрясающе, она разговаривает. Ничего потрясающего в этом не вижу. Значит, вот так вы встречаете гостей. Заткнись, птичка. Ужас какой, что за манеры. Понятия не имел, что люди стали такими... невоспитанными? Чего? Мальчишки решили накинуться на птицу все вместе. Стойте! А вот и министр. Что вы делаете, остолопы? Ну пройди, дай, женщина. Прошу прощения, позвольте принести мои извинения за их действия. Добро пожаловать в Грансель, я министр. Мы прибыли сюда недавно, и еще не знаем обычаи жителей этого континента. Ха, верно подмечено. Но я очень рад познакомиться с вами, министр. Можете оставаться у нас сколько угодно. А, долго. Я хотел бы представить вас нашему королю. Следуйте за мной, пожалуйста. Все, ушли. Так, и мне, по-моему, надо за ними уже двигать. Сейчас поговорим, узнаем. Хотя и так понятно, что это Питер, и он крутой, блин, и... Это один из самых лучших бойцов. Ты Феникс? Легендарная чудо-птица? Да, да, я Феникс, но легендарный, насчет легендарного не уверен. Конечно, Питер, вы легендарный Феникс, я много читал о вашей службе Богу. Богу? А, вы говорите о вулкане, Люк тоже зовет его Богом. Пока он наблюдает за нами, ничто не нарушает мир в Пармеции. Вулкан? Тот, кто создал этот мир? О, это счастливейший день в моей жизни. Позвольте, пожалуйста. Позвольте мне пойти с вами и увидеть вулкана. Хорошо. Говоря откровенно, во время этой поездки к вам я повредил крыло. Я решил остановиться здесь и попросить
вас о помощи, но я не хочу доставлять вам неприятности. Не беспокойся, эти ребята обожают неприятности. Ну да, Боуи, ты что, подслушал наш разговор? Нам пора собираться. Питер приведет нас к горе вулкана. Это много дней пути на запад отсюда. Сэр Астраль, вы сказали, что тоже пойдете, но вы не можете. Не могу? Почему? Мы здесь всего лишь год, мы еще многого не знаем об этой стране, ваши знания и опыт нужны нам. Он прав, ты должен остаться. Боуи, ты и Питер пойдете к вулкану. Астраль, ты согласен? Да, я согласен. Ага, так значит это мои товарищи. Меня зовут Питер, я очень благодарен вам за вашу доброту. Гора вулкана находится на западе очень далеко отсюда. Боуи решил, что Питер пойдет вместе с ними. Еще бы. Министр, принесите деньги. Да, сэр? Да, там немного, по-моему. Вот, на всякий случай, возьмите, вдруг пригодится. 100 монет, блин, хотя бы 1000 дали бы. Удачи, Боуи. Постарайтесь найти побольше друзей за время своего путешествия. Окей. Пойдем. Так, сейчас нам, походу, надо будет оружие закупить. Блин, вот единственное, что жалко, что Питер сейчас будет управляться компьютером. Я не смогу им управлять, а он классный боец, просто шикарный, один из лучших в этой игре. Эх, ну что ж теперь, ладно. Так, что у тебя есть? У тебя должно же быть новое оружие. Да, средний меч, копье, ручной топор. Так, и все вроде. Так, сейчас продадим старое. Так, короткий топор нафиг. Так, копье нафиг. То дальнобойное, по-моему, вообще будет хорошо. И меч для главного. Окей. Все. Так, покупаем. Копье для Честера. Замечательно. Так, средний меч. Замечательно. Так, топор я купил, да? А, нет. Вот, топор для Яхи. Все, больше тут ничего пока не купить. Все, это есть. Что ж, пойдемте. Очередная битва у нас впереди, ребят. Зато у нас теперь еще один боец в придачу. Правда, не могу им управлять, но ладно. Это, как говорится, ненадолго. Так, нам, по-моему, вот сюда. Тут сейчас будет битва. Давай, спускайся. Да, битва здесь. Так, давайте осмотримся. Так, слизни пока все те же самые. Ага, вот мышка новая. Мышь-вампир. Ага, огонь второго уровня. Блин, вот это плохо. Если она массой долбанет, будет больно. Надо киви держать подальше от нее. Окей, понял. Ух, как они далеко раскиданы, долго придется двигаться, ну ладно. Ничего страшного не произойдет. Так, мага подальше будем держать. Целителей всяких. Главное, Питер, чтобы прокачался. Ну, атака у него сильная, я помню, мощнецкая атака у него. Так, Яха. Ага, вот Питер, он управляется, не мной. Окей. 9-й уровень, ему бы уровень тут поднять обязательно. Правда, он любит, блин, добивать, когда не нужно. Когда ты вроде уже кем-нибудь побил, чтобы добить слабым, кому нужен уровень, он вылазит, блин, в самый неподходящий момент. Ладно, ничего страшного. Разберемся как-нибудь с этим. Так, вот так. И вот так. Теперь попробуйте пройдите, как говорится. Блин, сейчас новое оружие вообще хорошо должно пробивать. Так, и вот так. Замечательно. Давайте, давайте, подходите. Удачи. Сколько? 3? 2. Ха, вообще красавчик, Яха. Честер, а сколько? 5? 5, да. Эй, хватит, хватит, куда?
Так, ладно, блин. На это все не достану. Ладно, подлечу. На всякий случай, ну его нафиг. Манна есть, все, она еще много. Как говорится, на всякий пожарный. Давай, вот и он, Питер. Ну вот посмотрим, сколько ты снесешь. 11, нормально, нормально, нормально сносит. Молодчик, Питер, молодчик. Эх, если бы он там стал, можно было бы магией ударить по толпе. Ну ладно, он снял немного. Давай, Киви. Молодца, качайся потихоньку. Правда, у тебя оружия нет. Тебе не прибавилась атака, но ничего. А вот вы, ребята, попали. Блин, казнь 9 уровня. А, его же убили в прошлой битве, я и забыл. Точно. Вот он, 10 уровень. Манна на 2, хорошо. Блин, заклинание никакой не получил. Плохо. Ну да, с новым оружием намного проще. Честер 11 тоже поэтому, но он 10, а Питер 9. Получается, он чуть посильнее пока. Но он там набирает атаку чудовищно просто. Так, шестерочка. Блин, пускай он, наверное, ее добьет. Ему нужнее, тем более за нее мало дадут. А у него 9 уровень, ему нормально. Подожду я немножко. Ничего страшного. Блин, и эти еще тут внизу, а? Блин, не подойти, ладно. Ай, блин, сколько? Пятерку опять, да? Да. Так, у этого 6, у этого 6. Блин, я Киви, наверное, добью. Один Питер, второй Киви. Блин, вот ты взял, закрыл его, а? Сволочь ты, себе хочет дамаг забрать. Блин, а как его, кем? Только ближним, кто стоит там. Ну да, спасибо тебе, блин. Не мог гоблина ударить. Ой-ой-ой, что-то я зря его выпер так далеко. Ладно, маг тоже нужен прокачка. Давай только не пятерку, пожалуйста. Хорошо, 7 вообще. Ой, что-то мало за него дали, прям вообще копейки. Всего 28, так. Главное, Киви не потерять. Я даже вот так сделаю, рискну. Пускай бьет, так. Вот так встану, чтобы в шахматном порядке становиться, чтобы не долбануло по всем. Вот умничка. Ой, немного, ладно, нормально. Главное, уже стал держать удар. Хорошо. Так. Блин, опасно. Эх, ладно. Потеряю его, так потеряю. Ничего. Ой, что-то прям совсем мало. Ой-ой-ой. Ну, это новый враг, в принципе. Но что-то слишком мало. Ой, блин, Честер отхватывает в этой битве. Как обычно, все его бьют. Ладно. Блин. Сейчас так встанешь, она может стукнуть по троим. Я лучше вот так сделаю. Ну тебя нафиг. Ну тебя нафиг. Так, ну уровней тут нет. Понятно. Блин, вот когда он противников в радиусе обзора не видит, он медленно так летит, этот Питер. Ну ладно, ничего страшного. 9, слабенько. Тут раз, по-моему, больше снял, 11. Блин, надо мышь, конечно, выносить, она может попортить тут. Да ты только что ходила, эй! Дрянь, хватит. Ну да, конечно. Ой, так и знал, что с этими мышами проблемы. Иди сюда, гнида. После нервов уже не хватает на тебя. Так, надо кем-то добить ее. О, давай, Слейд, сколько ты ей снимешь? Давай, семерочку. Да что ж ты такое, падаль, а? Накаляешь уже, накаляешь. Блин, она сейчас ослепохует, она Киви убьет. Ну да, конечно. Блин, а вот это вот плохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, есть чем подлечить? Есть, хорошо.
Что-то они много сняли прям. Но это мышь, сволочь, тут мешает, все испоганило мне. Блин, ну Киви не снимет 7. Давай еще раз. Эх. О, спасибо тебе, выручил сейчас. Все, сдохни, падаль. Жизнь 1. Атака 3-ошечку, защита 2-ошечку. Вот он монстр, а, хорош. Нравится прям мне, как он качается прям моментально. Так, ты стреляешь? Ладно, это ничего страшного. Блин, ну главного нормально, они так покусали здесь. Так. А, да ладно, долбану его. Пока лечить не буду никого. Мало. Так, добьешь, не добьешь? Давай, кританье, а. Давай. Эх. Блин, единичку, как обычно. Так, ну сейчас Питер подлетит, скорее всего, убьет либо гоблина, либо лучника. А один-то в живых останется, я Киви добью. Или Свейдом ударить. Ладно, Свейду тоже надо. Когда он не убьет его. Угу. У него самое первое оружие, еще даже нового нет. Эх, ладно, ладно, что ж теперь. Да давай уже, бей, не жалко. Фигня это все. Блин, и Ях отстает тоже, надо ему ударить. Все что-то резко стали отставать. Ладно, Киви в следующий раз прокачаю в следующей битве. Аквана, манна пока есть, можно пользоваться. Чё её экономить-то? Раз 10 очков опыта дадут, не лишних. Давайте, подтягивайтесь уже ждать вас. А, тут еще вон, блин, а? Не обратил внимания. Так, все, умирай. 49, нормально. Нормально. Потихонечку двигаемся вперед. Так, ну у мага на один каст есть, в принципе, маленький. Ничего страшного. Так, тебя. Почти всю ману из расходов. Блин, на уровень бы получить, конечно, ей. Было бы вообще хорошо. Эх. Не дают. Так, сделаю вот так, подманю. ХП есть. Так, нет, тебя ни в коем случае. Так, это не дотянется. Так, ты сюда. Ай, блин. Ну ладно, все равно. Ты не сможешь больше по площади стукнуть, хорошо. Так, а ладно. Да что ж вы, эти мыши такие верткие? Еще ответку дала. Еще и отравила, ну не тварь, а. Ой, падаю, а что же они такие верткие, а? Да. Так, а детокс у кого? У Сары, по-моему, есть он, да? Чтобы от яда вылечить. Ай, как все не вовремя, они что-то тут скучковались так быстро. Надо их вырезать. Эх, уровень не получил. Блин, и Питер, когда надо, нету его. Эх, рискую, ладно. Да что ж ты такая падла, а? Эх, прям накаляет, не могу. Так, лучше убью ее. Надо убивать по одной. Хорошо, Честер, молодец. Ой, уровень получил. Нормально, жизни на 2. Блин, там еще одна магичка, а. Блин, и манны у мага не осталось. Должен я ее доклопать. Хорош уровень, магия на 2. Блин, заклинание никакой не дали. Жаль.
Давайте-ка лупайте ее. Блин, ну она сейчас сходит. Да. Фух. Я за киви больше всего боялся. Тай, блин. Прощай. Ай-яй-яй, надо ему хп добавлять. Надо ему добавлять хп. Блин, он даже уровень не поднял. Блин. Так, сколько? Трешечка. Разок только подлечить смогу. И как раз главного от яда вылечу. Блин, печально все. Не нравится мне такой расклад. Не нравится. Ну лети ты уже, блин, вот он отстал, и теперь у меня, блин, не хватает одного. Обидно, обидно. Так, главный, давай. Молодец, красавчик, уровень. Ай-яй-яй-яй, не дали уровень. Не дали уровень, обидно. Так, яхи сейчас, в принципе, должны дать, если много опыта получишь. Да. Все, по единичке, нормально, нормально, нормально идем. Ничего пока страшного не происходит. Давай, давай, окей. Так, блин, только палкой, ну ладно. Сколько, два? Три. Один опыта, блин. Так, надо магичку сносить. До свидания. Блин, честно, вперед вырвался по уровням, а? И яха тоже 11-й. Блин, надо другими бить. Тут сейчас не до прокачек, блин, сейчас главный отравлен. Как бы не до этого. Так, окей, окей, окей. Так, давай, бей его. На последний, что ли, остался. Ай, блин, уровень. Вот сейчас Питер подлетит и убьет. Нет. Так. Блин, лучше подлечу потом от отравления церковь вылечу, а то не дай бог убьют его. Молодца, молодца, Сара, 11 уровень, хорошо. Пятерочку снимешь, да? Да, пятерочку. Окей. Так, 78. 69, блин, пускай Питер убивает его тогда, ладно. Убивай его. Блин, пока он походит, слоупок. Меня Сару из-за него убьют, а? Когда надо, фиг дождешься тебя. Давай уже. Молодец. Давай уровень. Молодчик. Атака на двушечку. Блин, за два уровня он 5 атаки взял. Вообще хорош. Так, нам сейчас, по-моему, направо, и тут городочек должен быть. Эй, а где? А, вот. Ладно, ребята, что ж, давайте на этом на сегодня закончим с вами. Спасибо вам за просмотр. Серия была насыщенная, интересная. Всем, кто посмотрит, подпишитесь на канал, поставьте лайки. Буду рад любому комментарию. И всем пока.